Да, так электричество. одно Кучами, дело что ли? сессором, Куча. другое дело Я думал, без на чувака схвататься микрофонов, называется. а Привет. уйти можно? Ну это Заходим в СС, Ресиган. парни, это самая лучшая команда. СС? Не, братух, к тебе никто не заходит, потому что все осуждают. Это электрики, блять. Две молнии, это электрики. Мне рассказывал. Мне тоже рассказывал. А мне показывал. Так, что у нас 10? А, 5 минут, заебись. Не помню, где Ашка. А, она сзади. О! А я думал, здесь стоит другая установка зенитная. С двадцаточками. А это что, это долго разлучивается? Вот, блять, ужас. А что я подписался? Ну, если они кассы проебывают изушку, то их техники просто пиздец приходит. Это да. А, кстати, самый прикол то, что если, блядь, эти... Мы проебем, нам нихуя нашей техники не будет. Да. Нурсами это, они нихуя не сделают. Это пиздец, это такие попущенные нурсы, это просто жесть. Там, там еле как, блядь, с этими попасть. Я где-то вообще в жопе скинул эту 250-ю бомбу, блядь. В итоге она взорвала и PC-шку, трак, нахуй. А у них чё, спидфайеры с РП-3-ми? Спидфайеры это великобританские. Ну, у них я эти... понимаю, как что его, британские, блядь. Я хз. Как там они называются, я забыл. Мистер Шмидт. Ой, блядь, да, Мустанг в натуре. Мустанги. С ракетами, да. Сибу. Я понимаю, хотя бы эти нурсы дамажили бы, блядь. Но они дамажат, если... Не а, попадают. Стой, нам не надо, нам не стоит к ним на базу лететь. Или а стоит? Это... Они же быстрее. Ну, я... дай сканово, дай сканово. Шо, зачем? А я не знаю, да, вы покажу, можете меня, на меня их, если что, заманить. Ну как, ты хочешь в лоб просто, да? В лобовую с ним пойти, просто закружиться. Если на мейн полетит, то просто его сбить, нахуй. Ну просто сюда тогда вставай из ушка и все, да. Вот сюда прям. Блять, а мы вдвоем сможем? Ну я не успею, да, наверное. Да, сможем. У вас в любом случае в запасе мой касс, так что... Ну, точнее, не мой он, в сути, ну... Короче, есть он мой. Джулия 8, короче, вставай, Джулия 8. Окей. Кипат 8 где-то там. Кипат 5 даже. Дай меточку, пожалуйста. Джулия 8. Джулия 8, кипат 5. Окей, принял. Постараюсь туда еще ехать. У меня же нету шансов прибить вражескую М16, или точнее М16, как она у них. Вот это ихние, короче, ПВО. Можешь. По... А, да, могу. У меня просто же, по идее, 4 браунинга стоит. Так. Стальные кусты. Вот чего-чего, а их я тут не ожидал. Дормайк. Кстати, юнит The Dungeon могут какой-то импакт вести, внести. Хотя не знаю, юнит, на чем он там летает.
На трансе, по-моему. Блин, вот сюда же додумались прицел впихнуть, а вот на Зушкусу, который на Урале, вот не впихнули. Почему так? Почему так? Этот прицел, наоборот, ущербный максимально, он не нужен. Ну, он ущербный, но он как бы есть, по сути. Нет, мы нормально просто... знаем. А почему они, блядь, слева не сделали самолеты, блядь? Они сделали его здесь, блядь. Нет, ну, хоть Джулиет 8 баланс. Не успею доехать. Да ну, похуй. Ты нормально едешь, и можешь там встать, где стоишь. Сейчас я вот тут, наверное, встану, чтобы я мог увидеть больше. Я на вторую рюкзак выруливаю. Так, я тоже взлетаю сразу. Готов. Все, взлетаю. Это же не банк с сторонними программами, к примеру, ставлю прицел себе к пиору. Не, нет. Давай сразу налево на них. Скайф. О, его монету. Блядство. Я слышал твой... Ой, страшно было. Чё там? Чё почти вдруг... Не-не. Да, чуть не въебались. Так, ну ты в лоб ебашь, а я чуть повыше буду. Я уже справа возьму, можешь панишек вот взлетать. Блядь, а как мне с этого попадать на такую высоту? Ладно. Просто ладно. Что я уже не вижу Хэнси. Да. И фантика тоже не вижу. Взлетел, взлетел один. Близко тебе. Вижу. Кто по мне хуярит? Дымится. У меня еще. Идите на меня. Ты, он горит, да? Да-да. Минус один. Я на мейне вошли. Мем. За мной летит. Одного въебал. Он за мной летит. За мной. На меня видите? На меня. Спотник. Пытаюсь прямо над мейном. Вижу, он вижу, на мне. Вижу. Иду за ним, иду за ним. Надо улетать. Они сейчас заспавнятся. Возьмут. Сейчас я его. Иду за ним, иду. А, пизда! Чуть не въебались. Мы с мэйной наши уже. А мы уходим тогда. Не-не-не, горит, я добью. Минус. Все, отлично. Давай на мэйн. Да, ты на... Брать, вдвоем три разыграли, вот и все, блядь. Мы чуть два раза друг друга не въебались. Я давай сейчас скину. Я такой полезный. Нормально, там больше ты не сделаешь. Я говорю, на своей хобби откину для вас ремонт. Хуйню, короче, для ремонта. Бля, сейчас по кайфу буду искать танки их просто. Горю, пиздец. Все, кинул, пацаны. Может, ремонт. Должен успеть. Ладно, я пошел пехоту кошмарить, тогда попытаюсь. Два танка вижу. Да ладно! Что это было? Блять, не убило, да. Бомба не взорвалась или... Я сам задамаженный. Я живой. Два танка вот здесь. Я живой, нормально. Хорошо, да. Ты на белом дыму жестком.
Да, у меня бомба не взорвалась. Первый раз такое вижу на этом кассе. А что у вас подвешено? 4 50-ки и 1 200-ка? Ой, я горю, заебись. Успеешь. Тут горишь, успеваешь. Сразу к ангарам. Дальше просто. Ага. Я боюсь, я сейчас на посадке взорвусь. Нет. Вот здесь я сейчас слева там. Ну, справа от меня. Садись. К ангарчикам. Но если ты не пиликаешь, то нормально. Я начинаю пиликать, да. Ну, у меня так же. Я дошел нормально. Выпрыгиваю, если что, возле ангара прям. Блять, на меня прям танк выехал. Блять, чуть-чуть не доехал. Пиздец. Джета. Жесть, прям на меня черный, на черном дыму танк. А где он туда? Едет. Джульет 11 по дороге едет. На мейн. Вот здесь. Да-да-да, где-то там сейчас. Ну ты не успеешь, скорее всего. Так у них зушка не уничтожена. Я вот тут стою, пасу, иду. Бля, потом реплей посмотрю, это такой кринж, блять. Че? Ну как у меня бомба не взорвалась? Да. Точнее, она взорвалась об меня, нахуй. Почему? Да, я чуть-чуть не доехал. Жесть. Сейчас-то, жаль, благо, жаль. Второй есть. Я с пушечки снесу? Да, да, сноси. Только в два захода обычно это происходит. Танк один, судя по всему, ко мне движется, я не знаю, слышу звук. Он на мейн, он же побитый, по идее. Ну я не знаю, что слишком долго звук его слышу. Бомбу скину. Тупая тварь. Да, а за чё один килл? Один касс, что ли? Видишь, нормальная тактика. Ну да, неплохо. Но это их проблема, они долго взлетали. Они как будто через еще долго залетали. Вы уже к ним прилетели, они залетели. Видишь танки, нет? Я нет. Ты за ПЦХ хочешь? Ты по цеху снес, нет? Нет. М3 заезжает на дырку. Кто? А, вот так вижу. М3. А ты скажи мне, я заезжаю за башню. Я зайду. Пошла. Минус. А где-то танк у тебя слышал, нет? Где-то у тебя стрелял. Стишок, у тебя где-то танк, нет? Не-не-не. Он меня катался, но я не знаю, может он едет. Может перекрёсток пойти чекнуть. Сейчас он выкатился на продавленном. Это наша фоба. Вижу. А, вижу, блядь, танк. Где его видел, блядь? Чё там по танку видел? Вот, сейчас взорвалась, блять, а чё так взорвалась? А, кстати, у штуки чё, на 500? Чё-то меня хуярит. А, ашка работает. Откуда примерно? Ебать, какая она меткая.
С леса. С леса окей. Отсюда, блядь. Ебать, она шо лютая, блядь. Тогда... Ебанутая, она мне... Критикал сделала. Как он умудрился, блядь, вообще. Сейчас-то я точно долечу, блядь. Ты обязательно выживешь. На, нахуй, еще раз горю. Ангаром. И выпрыгивай просто в ангаром сразу. О, заебись, четко. Так бы всегда, нахуй. Блин, вот это у меня геймплей, конечно, я просто стою. Ебать, у меня бомба быстро зарядилась. Так это все, кассы же не рабочие, можешь это. Что хочешь делать? Ну, вообще я хотел бы. Вышка есть у них или нет? В смысле? Вышка есть. Ну, передвижная. Ну да. Или она минус? Вот. Не-не, она хуярит жестко, она жесткая, прям пиздец. Я ее, по идее, хочу. Она где-то здесь, по-моему. А, она там. Ну, а может и здесь, блядь. Я не знаю, если я встану просто под перекресток. Что-то я не думаю, что что-то хорошо будет. Нет, это не то. Она прям жестко хуярит. Но у них ничего не едет с мейном. Я хожу, наверное, по югу. Блин, какой звук прекрасный. А вон у них что-то едет по дороге. Вижу вдалеке. Вижу. О, у меня с... Блядь, у меня закон... По домой, Сушка, по домой, по домой! Понял. На пятерке. В поле или где? Да, ниже, 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 ниже. Ну? Вот здесь? Здесь, 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 да. Или в лесу? Нет, там пометки, там пометки. Сейчас зайду. Вон она стоит. Захожу. Лучший, хороший. Все, теперь кайфуем, летаем. Пацаны, кто у нас на самолете? Ну, красавцы. Понимаешь, почему в упор у меня пушка не попала? А у него гарант не прицелил. Я опять обосрался, я лечу что-то. Где у них танк еще один? Оба. Ну, я сейчас с пушки зайду тупо, блин. Они еще вдвоем на ней сидели. А сколько умер наш раз? Что-то я самой фоба не вижу. Ты на задние колеса сажаешь? Да блять, хуй знат. Ну вообще на задние, но тут, ну тут в этой игре на передние надо. Типа наперед. И тебя не трясет из-за этого. Вот только что я это проверил, и вроде... О, Фобус снес. Фантик, Джульет 10, я слышу, трак катится. По крайней мере, он катился. Принял. Да, там где-то по дороге. За дорогу там... Так, ну, что ждем, катился ждем репорта на себя. Что?
что мы их под мейном ёбнули. А там же в воздухе, да, главное? И все остальное не ебет. Ну, бля, она уже до ангара долетела, но не коснулась, не коснулась. Я ёбнул. Но это ихние проблемы уже. Ну, блядь, что-то я ничего не вижу здесь. У них преимущество, понимаешь? У них преимущество, что они быстрее забавят. А как оказывается, блядь, мы у них быстрее? Ничего, то, что это нихуя не под мейном было. Байпесик увижу. Касты траки ебал, нет? Подо мной кляха, пиздец. А, на это свои, походу. Не про пометки пехов. Пушечкой пробьюсь. Два трака едут, два трака справа от меня. Здесь? Да. Понял. Ай-10 слышу, катится трак. Ай-10 там где-то рядом с другой. А нет, это ладно, это самолет. Он частично не просто... А меня ебут под мейном. Чё-то я урон получил под мейном. Или не, стой, забей хуй. Странная хуйня была. Еще один по дороге едет. Ребят, что по Чарли? Почему не захватывается? Живые или ты убил кого? Фоба стоит. Живые, блядь, сота. Супер Фоба. Суперфоба? Я говорю, супер. Давно еще задала. Да, суперфоба. Более одну я высадила, она дымится. Понял тебя. Шестой крылья туда сдвигается. А, попытайся зайти, пацаны, попытайся зайти в клон. Если попытай, зайти в клон. Ты ее ебанул? Нет. Парни, я откинул фобу возле восьмого складного. А, вот можете, вижу одну. Там сопля стоит, там ящик еще один есть. Вроде даже был. Лежа, сейчас да. Можете, блядь, оттуда спавнить, зайти в клуб. Ебать, сука, тяжело есть с этого надо попадать. Сучка, блядь. Тяжело попадать с этой хуйни. Да. А сам двигается, блядь, еще мансиптова. Можно захватывать точку. Красавчик захватывает. Шестой отряд снес фобу, можно захватывать точку. Бля, я его жестко подранил, но ему чутка похую. Где он там? А, это был свой, хули он там делал? Понял. Не, ну... А можно когда появится из мусора указ? Точнее, не свой указ. Бля, нам еще второй раз файтиться с ними. Ну, я понимаю. Но мы их обоцем как будто. Они нубики, блядь. Блядь! Чё за хуйня? Не, ну при условии, если вы вдвоем будете в небе живыми.
Ну, а мы не умрем никак. Ну, если только не разобьемся или не проблем коннекшн, блядь. А, Ашка там. Ну ладно. А, кстати, Хеннесси, есть одна небольшая просьба. Так, пацаны, пока можешь забанить складного одетого? Потому что он на тандере. Пока не было ебалом чё-то. Просто, ну, типа, создал транс и моментально перевернул мишку. А потом ливнул. Ну, репорт пиши. Ну... Неохота, блядь. Нет, ну, блин. Я не знаю. По идее, по-хорошему, мне надо понять, как гифку делать в этом батл-рекордере, ну, как бы их... Просто скрины хуярь. Какие нахуй гифки. Ок. Блядь, трясёт пиздец что-то. Сжаешь, а на трясёт как-то. Парень, на Чарли выехал пехотный с пулемётом. Что выехал? Понял. Пехотка, пехотка с пулемётом. А у них кастеры сколько спавнится? Понял. А, ну, через минуту три уже, наверное, да? Да. Пометил я. Это пищушку спотнули. Фоксер 10. Это бомба есть? А, это. Сейчас разъебу. Бомба есть? Да, да, есть. Всё. Я тоже зайду одну блюз, и можно кассик будет. Слушай, Ай-10 подруги катится драк. Фантик, слышишь? Прям по моему трупу проехался. Мы вчера также топаса ёбнули. Прям, на, прям ну, под взлёткой. И он тоже загорел, блядь. Север куда-то уехал. Блядь, как тяжело, нахуй, когда он в это... Не по игреку. Пометки, что там? Лесу за сам там трак практически куда-то на север. Не знаю, какая точно. Да, трак обычный, суплайка. Почему под компас смотреть нельзя, блядь? Говорю, в лесу возле замка вражеская техника. В лесу возле замка техника. Те аккуратно. А чё, у Мистича там как-то по другой оси управляется? А, да блядь. Мне передали, что это грузовик с мясом. А, вижу эту хуйню, сейчас пизда ей будет. Да, ну нахуй, это кто был? Ты чё, один свой был? ЮА. Нет, это он просто, блядь, под руку попал. Второй раз, блядь. У него стоит префикс ЮА. Да, не хочу, ноль, просто ноль. Как бы, походу, и пехота не очень, потому что точку Чарли наша потихоньку начинает сжимать. Так, едет возле нашей хуй. Справа от меня. Могу там попробовать встать. О, взорвал наконец-то, блядь. Нормально. Можно и съебаться пока. По-моему, скоро кассы будут, я что-то не помню. Ну, вы летели. Минуты через 5, наверное. Не, наверное, вы они где-то через минуту будут, не. Это ну, через минуту они будут вас не минуты 4 боролись. Понял вас, идем. Опа. Трах, ебать, фуловый, просто фуловый. Ладно, че. Здраво, по мне пупки стреляли. Просто спалились нахуй. На. Че, убил? Разъебал? Да. Кстати, я не фуловый, там как будто головы торчат. Вот оно, конечно, сколько придет. Пес, я чуть ли не на 50-м месте сильно, конечно. Блять, они без эсетов и прикинь, блять, ну. Терпят? Какого хуя, блять? Нет, там чуваки через. Командир, что нам делать? Ну и хорошо, подольше поиграем. У нас командир что-то мало. А, они у нас Чарли забрали.
Мы заходим в эту точку. Ну Чарли у нас нету Чарли теперь. А, Чарли, так давно уже. Там очень много противников. Что-то ты это... Они нас заебать могут так-то. Два килла тебе пришло. Два килла уже. Сейчас там будет 1000 киллов. 10. Можешь не фуллинг. Какой-то головы торчат из страха, блядь. Не, это сиденье обычное. А, пометки я кубов. Я тогда... Не актуально. Чё там? Не, не актуально. А, инфекция кубов нет, да? Её нет уже, по-моему, уничтожено наш страх. Блядь, разгоняйся, сука! Да нет, вроде нормально. Но появился мистер Шмидт, да. Кассы ну, значит, и кассы сейчас будут. Да? Блядь. Почти в кусты. Вижу, касс летает у меня. Сейчас зайду. Да не зарядись, хули. Окей. Я его проебал, тем более, куда-то. Кас, ты где, блядь? Нас тут хуярят, блядь. Нас кас вражеский, на панком где-то летает. Мы РТБ. Я жду исхода вообще битвы. Опять заходит, на меня где-то тут летает. Слышь, Фантик, ну ты, Чарли. Да где? Возле дельты. Д8. Понял. Собака, блядь. Кто-то заряжается. Что, у тебя? На мне, да. Я взлетаю. Один? Да. Один минус. Второй на мне. Для чё? Нет, он... Для чё? А мы кусимся в додике в одну сторону. То есть навстречу другому. Давай, Алёша. Спотни его жопой. Не могу. Высота маленькая? Маленькая, да. Всё, Алёша. Тебя вижу. Вижу его. Давай за ним. А, нет. Второй касс у меня. Помогаю. Ты какой, верхний? Да. Он лох, блядь. Покоцал его. Мин, он разбился, блядь. А, один еще живой. На мейн улетел, небось. Казы работать охуенно. Давайте. Бери стишок тогда, касс. Да, окей. Ты последний на мейн улетел, отвечаю. О, нифига, у него тут снизу параметры. Бля, ты думал, меня ложат? Девятый, что там есть информация по... На мне. Чат. Низко. За тобой? Нет, я за ним. Я понимаю, не захватывайте, кто могли сюда. Ну да, не захватывайте. Демид. Демид. Девятый один вообще. Я понял. Мы туда идем. Один кучу такой. По-моему, вижу под собой, иди за ним. Горит теперь. Я по-моему вижу. Все, минус. Где пума? У меня. А, вижу. Вижу танк. Да там скинул. Пума еще была. Мимо. О, горит. Там
Бля, попробую застимить тебя. Почему девятый молчит вообще писать своего охота? За танком. Это психа, я хуй знаю. АПЦ минус. А вот кто-то прошел, танк АПЦшка минус. Танк АПЦшка минус, все кассы минус. Красавцы. Я говорю, касса, я вас расстрелю. Возле нашей фобы есть противник. Да, тут мистер Швейк как раз так карают. Ну они ебут всегда. Понял. Какая фоба, которая ближе к дельце? Лесо? У меня бомба просто в километре от танков завалась, он поджёгся. Юу. Блин, а я им чаще управлять, чем современным джетом. Ну, хз. Ну, хз. Ну, последний, когда я летал, у меня такие ощущения. Хз, я летал как-то абсолютно. Я на джушке ни разу не летал, кстати. На какой? На джушке, на штуке. А. Штука, а хабан? Умирает все первый, сбили, как да? правило. Вы все сбили у них? Да, да. Всё, только Ашка может вылезти. Ну да. Молодцы, у них все отмазочки, блядь. Под мейном, там не под мейном, нахуй. А так тут пополнялка вообще везде. Нормально. Ну, нормально, тут двадцатка. Мекафоба актуальна разве? Нет. Нет. Лук. А то я про... Ёбываем, блядь, что? Ебать, меня в Дейзи рейдят, сука. Жесть. Сука, а что делать-то нахуй? Все на Дейзи, блядь. Как ты в меня... Дейзи успеваешь играть? Я не знаю, я скачал Дейзи, я типа купил, скачал Дейзи, но я не понял, как этот... Просто бегаешь миллион лет. Ничего-то не зашло. На любителя. Я поиграл, типа, на PvP серверах, по приколу. Бля, нас, скорее всего, читеры рейдят. А, забейте, похуй. Пятый отряд, к вам летит... Бать, они в натуре дельту проносят нам. Танк, к вам летит танк. К вам танк едет? Блин, 250 же, она хорошо, по идее, бьет. Сейчас я попробую. Нормально бьет. Ну-ка. Фицируй себя! К вам, возле вас будет сейчас танк вражеский. Штука, хабан. Пятый отряд. Понял. Ой, хорошо, прям в центр попал. Вы уверены, что там танк, блядь? Кассы пишут, что у них ноль остается. Не, у них танк может подняться и АПЦ-ха. Вообще, бегите, глупцы. И Ашка еще. Потащите. Ну мы сейчас на дельту заедем, почистим дельту, почистим дельту, а потом уже дальше. Блин, я, наверное, на этой карте последний раз играл уровень. Мы едем на танк. А где танк у них, кстати? Подъезжайте в дельте. Говорили, танк что где-то едет к пятому. Вот я сейчас сижочку, где танк, блядь, туда. Сейчас я его найду. Душка в городе. Каком? Бомба минус. У вас кто-то на дыму там жестко. Ну, не дельта, блядь. Пиздец. Так, мне, короче, как сказали, 210 нет там. 210? Бля. Это примерно здесь, блядь, сейчас. Не, короче... кстати, все нормально. Нет. А я минус пропада. А по цеха минус. Уйди с ангара, уйди с ангара. Я беру. Ща, я пытаюсь вперед. Не вперед, все, не надо вперед, не надо вперед. Все, ладно.
О, блядь, нифига ты на огне. Жертвел бублик нахуй. Брух. Я вжимаю кнопку, на меня не едет, вспомни. А вы поехал. А, тут надо. Пять. Я думал, что я дальше зацеплю нахуй. Танк, танк один. Вижу танк. Метка актуальная, метка актуальная. Метка актуальная, говорят. Пехота, блядь, вы будете идти нахуй? Там есть пехота, мы идем, блядь. Да, зайду тогда. Давай. Я взлетаю. Ой, точнее, сажусь наоборот. А, ты тогда. Окей. Ты по короткому всегда взлетаешь? Нет. А, ну правильно. Пацаны, метка танка актуальная, танки не на дельте. Танки не на дельте, хоббит на четвертом. Блядь! Там не стан прожить? Нет, это еще не там. Сори. Нет, он не у нас, он много дальше. Самодон это... Просто перестан. Метка актуальная, стрипка, блядь. Он едет в сторону дельты, да. Ой, ну я не знаю, я не летал на сок. Так, еще... Там танк АПСИХа еще, блядь. Там еще и АПСИХа, блядь, пусуется. Танк АПСИХа там на метке. Блядь, шаг. Вообще нас могут с пушки явнуть, по факту. С какой еще пушки? Ну, с танка. Ну, а могут, но такого не было у меня еще, слава богу. Сапланец слева едет от меня. Там дизинки не переворачиваются. И по третий. Эх, опять ки по третий. Сейчас по дороге едет? Да, он тут где-то. Сейчас попробую взъебать его. А не хобу, сейчас там ставь. Хитрые пидоры. Кто-то потеет там явно жестко. Танк вижу. Сзади. Он уже пал, потому что он смерть нахуй. Танк метка актуальная. Танк метка. Метка сука актуальная. Все, мы РТБ, мы РТБ. Минус. Хорошо. Хорошо, принял. Танк минус. Танк вижу минус, да. Я думаю, у нас танкисты вообще ни разу танк не видели. А, суплайка минус. Хорош. Нормально. О, еще одна передо мной прям катится. Сейчас я не успею поймаю. На нее зайти. Давай, по дороге прям. Ага, вижу. Убил? А. Нет, сейчас зайду по-другому. Я попытаюсь сейчас на нее зайти. Блять, нет, ладно. Что-то я убил? Дымится. Вы ее спугнули, блядь. Бля, не вижу. Вижу. А он ее, походу, выпрыгнул. Так. А, хорошо. Минус она. Ебаться. Бля, у нас команда перетянулась на дельту. А танк убили же, да? Да, а, да. Вижу труп, да. Блять. Вижу фобу на касле. Или стоп. Не, пиздёж, ничего нет. О, еще один трак. Капец, как ты их видишь? Повезу. Ну, я не знаю. Конечно, сразу глаза кажутся. Ну, кому как. Тяжёлый на метке трак, это ЭПЦ. Такая пихола. Полупокерская ПЦ. С двадцатки. С двадцатки сейчас разъебем ее, да. Да ладно, я попытался на нее зайти. Двадцатка бьет чуть ниже, я по центру прицела стрелял. Да надамаживаю чуть-чуть. Горит минус. Я взорвал, да. Хорош. Бать, вот так вот можно хуярить просто. Не, ну а я считаю, что я... А там еще катится. Где? Да, вижу, там же. Чуть подальше только. Гимбу скинул. Блять, не попал. Нам надо ему... Возле леса она? Попал, Маш. Вот где-то около бимба. А, убил. Она минус. А, видел, ага. Далековато. А, блять, если мы это сольем, я хуй знаю. Ну, мы сольем все. Да, мы сольем. Мы им слили 6 кассов.
все танки, блядь. Ну вы видишь эхо, блядь. Не, ну да. Вы пехота вы решает, блядь. Это мы никто, блядь. А, ну вот эхо, да. Понял. Да. Мы проиграем, потому что у нас ольфоб, кстати, за игру. У нас одна фоба. А что тебе эхо хваляет с пушек? Один. Ноль ФПС нахуй. Бля, 5 ФПС только что было. Бля, как здесь пушка криво работает? Ну нет, там на эхо мы никого не убьем. Как они стагивают? А, ну может пару пехов. Может где-то в кустах пару пехов сидит. Я по кустам пройдусь. По воду. Я по кустам пройдусь. О, я двоих убил в саплайнике. Нормально. Победа. Не, ну я хотя бы не разбился, то есть как бы, ну... Да, уважаемый будешь теперь. Да, не тикток воин. А там еще что-то у них катится с... Не увидел. Блять. Трак вроде бы. Вот прям подо мной. А, фу! Фу, трак катится! Ю, блядь. Нет, скорее всего не фу. Там просто головы, типа дума. Ты это... Какой бронированный видишь? Это М3, да. А, в нем один пех сидит, по-моему. Сейчас я попробую зайти. Неудобненько, маленько. Вижу. Давай бомби его. Пора, прошел 20-ка, он остановился. Вот там еще что-то катится, еще что-то катится. Он вышел с 40. Там вон еще по полю катится. Два рака. Зашел. Давай, о, давай, здесь давай. Хорошо выруливает прям. О, еще один я всегда боялся. Это фуловый, походу, это фуловый едет, походу, сейчас. Пытаюсь развернуть. Если что, я над тобой осторожен. Минус. Хорош. Еще джип. Да, он фуловый был. Ай-яй-яй-яй-яй. Какая игра есть? Да? Этот поехал так. Захожу по нему. Так, где? Давай. Дымится. Ноль, ноль двадцаток. А там еще Виллис. Уходи тогда, я сейчас попробую доработать. То есть этих, с 31-х доработаю. Давай. Чепы где они? Другого. Где эти траки? Не по дороге, около дороги идет. А, вижу, он пустой, блядь. Да, вот я не уничтожайте все равно, тикипи нахуй. Взорвал, сейчас сгорит его. Там нет. Танк на дороге стоит. Там машинка, что там машинка. Танк на какой дороге? Стоит, прям подо мной. Так, сейчас, короче, прям подо вижу, вижу, вижу. Четвером. Машинку вижу. Блядь, по мне там. А, я понял, что это. Не, это не танк, я вижу эту. М3. Там около здания стоял. Я хз. Вот он прям подо мной был. Может быть зенитный, кстати. Что-то какое-то сильно по-то сегодня, как будто по трассерам. Я хз. Мне показалось, что танк. Ой, блядь, тварь ты лютая. Чё же? Сейчас. Тут мы забрали. Это хорошо, я вижу, я на Disney не катаюсь. А как вы... На ГГ, блядь, ГГ, нахуй. ГГ, это был фултрак тоже. Хорош. Победа, пацаны, победа. Победа.